На побережье в Сочи сегодня целый день шел дождь, днем выпала снежная крупа. Сообщений о подтоплениях не было. А в горных районах выпал снег. Вот так сегодня выглядел поселок Верхний Юрт. Снег там шел с самого утра. А это кадры из Салахаула. Поселок тоже сегодня оказался в снежном плену. Замело и якорную щель. Вот такие кадры оттуда присылают местные жители. Снег шел сегодня и на горных курортах. Там был значительный риск лавинной опасности, в связи с чем на Розе Хутор, например, открытыми были трассы только ниже 1600 метров. А на Газпроме из-за опасности схода лавин Альпику закрыли на весь день. Непогода сохранится в Сочи до конца пятницы, прогнозируют синоптики. Сегодня ночью температура на побережье опустится до минус 5, а в предгорной зоне до минус 10 градусов. Местами прогнозируется мокрый снег и гололедица.